Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Mining Champions. Этот скрипт собирает автоматически рок, то есть камни, и также гемы. Вот. Первый скрипт давайте я вам покажу на сбор камней. Для этого нам потребуется чит, буду использовать 3 эксплойт, ссылочка будет как всегда в описании. После того как вы зашли в него, нажимаем на шприц. И ждем, пока у нас заинжектится. Так, все, готово. Мы заинжектились. И теперь вставляем сюда скрипт. И нажимаем Xcode. Так, как видите, скрипт работает. Камень стал прибавляться. Также его можно будет продать сейчас, смотрите. Вот мы продали. И вот он прибавляется. Так, давайте купим новую кирку какую-нибудь. Так, самая дорогая. Ага. У меня получается сразу на 2 хватает. Давайте сразу 2 купим. Так, и все. В принципе, на этой локации мы все кирки купили. И, кстати, намного больше заработок стал. Так, ну и теперь давайте, в принципе, я вам покажу другой скрипт на сбор гем. Для этого заходим в чит. Это все стираем. Вставляем сюда скрипт. Только уже другой. И нажимаем Xcode. Так, и как видите, все, в принципе, гемы начали прибавляться, все отлично, все работает. Также они, получается, не так быстро прибавляются, как камень. Но, в принципе, довольно и недолго. Вот. Ну, секунд 10-15 нужно подождать, чтобы они вам прибавились еще раз. Вот, ну, в принципе, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был, как всегда, Избан. Всем удачи и пока. I'm young, old girl.